Хочешь собрать сильную команду FIFA Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Крабы.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылки в описании. Друзья, да и не только. Всем-всем здравствуйте. Мы сегодня играем за Челси. Сегодня у нас очень ответственный матч. И сегодня, как видите, у нас матч с Манчестер Юнайтедом, а следующий 1/4 финала, это будет Интер. Да, это будет Интер, друзья, 1/4. Мы прорвались туда. Я не знаю, как будет игра с Интером, потому что с Интером всегда играть сложно. Итальянский футбол. С Манчестером тоже ответственный матч будет происходить, как видите. Я даже не знаю, если вы знаете, следите, то с моей основой, то она выглядит вот так, и пока что выпускать Чеха на Манчестер, наверное, нужно его выпускать, но хотя нет, будет сидеть на замене, я его буду выпускать на Интере. Матч будет сверхответственный, половина игроков разъехалась по арендам, вы знаете, и выходить сегодня вот таким вот составом буду. Не буду сегодня гонять, наверное, Криштиану, Робана. Буду сегодня играть центровые в основном линии. В общем, все очень, как всегда, под середину сезона у нас разбросались игроками. Я назову это так. Может быть, и Шурли придется вызывать с аренды, не знаю. Поехали играть с Манчестером, посмотрим, как это будет. Добро пожаловать на Олд Траффорд. Это Манчестер Юнайтед, это Челси. Старые наши заклятые враги сегодня на поле. И смотрим. Манчестер на третьей позиции, 58 очков. Что ж, если даже мы проиграем в принципе и своим подсчетом, что мы немножко потеряем очков, но Тоттенхэм в последнее время показывает идеальнейшую, просто идеальнейшую игру. Я рискнул и поставил сегодня на ворота Суинтона. Хотя парень подает большие, очень сильные надежды. Я думаю, он заслужил выхода сегодня на поле. Однозначно. Посмотрим, как сегодня выглядит Манчестер. Но Манчестер, как всегда, сильный. Куртуа на воротах. Неплохая защита. Нани. Даже Агуэра, Нани. В замену даже Манчестера заставляет задумываться о какой-то более лучшей защите. Но я думаю, сегодняшняя... Я испытываю сегодня больше в центровой зоне дискомфорт в центральной защите. Зума, Кристенсен. Который Кристенсен, он молодой, 22 года сейчас ему. И на 100% доверять ему и Курт Зуме, ну, согласитесь, было бы странно. Было бы странно. Не знаю, как сегодня будет Манчестер. Манчестер сегодня будет бороться на все 100%, это однозначно. А им нужно побеждать, потому что впереди не Тоттенхэм, а еще впереди мы. Какой большой стадионище. Ну что, Майкл Оливер уже готов, показывает вратарям, готовы ли они. Криштиану, на него тоже большие надежды сегодня. Поехали. Уэйн Руни сразу подхватывает мяч. Делает на Марина. Марин. По-моему, там грубая игра была. Переводит на Робана. Робан не рискует. Делает на Алвеса, подключает. А вот Алвес делает навес опасный в офсайд. Навес, к сожалению, пошел. Судья это зафиксировал. Криштиану Роналду забегает на свой фланг, бежит еще, делает навес. Тут никто, тут мяч не принимает, к сожалению. Как-то играет Манчестер здесь в защите посерьезнее, чем мы. Посерьезней. Хуан Мата. Дальше идет Манчестер. Ну, смотрите, Марсело, останови же его. У тебя же показатели 86, он это делает. Мяч. Ой, Манчестер ошибается. Ошибается Манчестер. А здесь Уэйн Руни. Уэйн Руни против Манчестера. Против своего бывшего клуба. Но ничего не сделал Уэйн, к сожалению. Совершенно сильного опасного кования. Переводит до Хуана. Опа, опять Манчестер ошибается при пасах. Дальние пасы Манчестера. Криштиану Роналдо принимает мяч.
Обходят, отлично. Криш с левой ноги, с правой, с правой, с правой, с правой. Не попал Криштиану, к сожалению. Я не знаю, контролировал ли эту ситуацию полностью Куртуа, но удар был довольно опасный. И я думал, с левой пробьет, а пробил-то с правой. Вейн Руни толкается защитой. Смотрите, что происходит. Удар Куртуа отбивает. Куртуа отбивает, и мы зарабатываем. Действительно, очень хороший вратарь в последний момент. Смотрите, ни в очко никуда не захотел длинноносый Куртуа пропускать. Сейчас будет подавать Криштиану. Криштиану на вес. Хорошо летит. Гузума! Перекладина! Ой-ой-ой, мяч еще на земле. Мяч на земле. Это означает, продолжаем играть. И Кавани один здесь без шансов. Ой, молодой Крис, молодец, молодец. Уэйн Руни поддерживает Марина. Марин не проходит. Робен. Ушел. Вижу. Подключаю Руни. Ай, подключаю Руни в офсайд. Подключаю Руни в офсайд. К сожалению, Уэйн. Уэйн уже был там. Там уже был. Даже и Криштиану надо было переводить на другой быстрый фланг на Криштиану. Что вышло, то вышло. Манчестер продолжает свой натиск. Нет, не получилось у них. Вот сейчас может выйти на Робана. Робан далеко, вижу Вейна. Робан. Гада сделал Робан. Робан гада сделал. Слишком засмотрелся в центральную зону. Алвес переводит на Марсело. Марсело играет на Криштиану. Криштиану уходит одного, уходит от второго, уходит, и надо бить добивание, Уэйн Руни, добивание. Счет открыт, 1-0 с Манчестер Юнайтедом. Ух, ребята, матч такой, знаете. Криштиану молодец, молодец Криштиану. Хотя Криштиану-то и Куртуа-то на самом деле, видите, не пробил. Куртуа хорош собака, но... Против Вейна и Криша у него без шансов, конечно, здесь было. А справа еще поддерживал Робан. Можно было вообще вниз сдать. Но хотя Робан был, по-моему, закрыт. Вейн Руни. Манчестер решил выпустить Ди Марию. Херрера ушел. И сейчас Филани с мячом. Блин, нет, Алвес. Железный Алвес. Железные яйца. Все нормально. Отбивает мячик. Ой-ой-ой. Вот это мне не нравится в подкате. Кристенсен молодец. Но все равно это подача на наши ворота. В воротах у нас не чех. Отлично здесь Робан вышел. Но мяч еще продолжается. Ой, Уэйн Руни! Далеко. Криштиану. А попробуем, рискнем. Нет, не пошло, к сожалению. Сейчас сделали контратаку только Манчестеру. Только им это будет на руку. Блин, как толкается, подставляется прям. Зума, молодец, великолепен. Криштиану, догони же! Нет, Ди Мари против Криштиану. Ди Мари выигрывает этот мяч. Ему было удобнее. Вот Зума, мне нравится. Зума, как подставил корпус. Не дал пройти. Роба, Назар, который вышел. Вижу Криштиану. Криштиану с мячом. А почему бы не ударить? С того ни сего, да? С того ни сего Криштиану решил пробить. Куртуа не пробивается просто так. Вы посмотрите, даже с таких расстояний Куртуа все отбивает. Давайте посмотрим, куда можно будет. О, хорошо, ну Зуму. Не, на Карвале летело. На высоком Карвале, но мяч остается, до сих пор остается на низ мячом. Продолжает эту контратаку, выход Кристенсена. Молодец, парень, я так переживал, что ты начнешь плохо играть, но ты довольно неплохую игру показываешь. Руни только обогнать. Не сделает он этого, не сделает. Криштиану опять забегает, конец первого тайма, точнее второго. Криштиану уходит на своих финтах. Удар. И опять Куртуа не пробивается. Этот парень железный Куртуа. Смотрите, а. Ногами просто падает. Всегда играет идеально. Робан подает. Последние минуты Куртуа забирает просто на изичах. С таким ростом я даже не знаю. С таким ростом баскетбол надо играть, а не футбол.
Все, друзья, победа над Манчестер Юнайтедом 1-0 в итоге, хотя под конец я бы сказал, что Манчестер мог, расчет был на Ди Марию, который вышел, но не хватило у них все-таки времени, а Куртуа, как всегда, великолепен. Большой стадион, здравущий, Сан-Сиро, Интер, Челси, 1/4 финала Кубка Лиги Чемпионов. Либо мы проходим, либо Интер проходит. Вы таблице на вашем экране Манчестер, Реал Мадрид, смотрите, Бавария проиграл. Атлетико выиграл ПСЖ довольно уверенно. Слева не успел заметить, какая еще была команда. Ух, как сколько болельщиков Интера. Посмотрите, их сколько. Их столько много, сколько это возможно и невозможно. Интер, блин. С Интером будет очень сложно играть, ребят. Очень сложные матчи у нас сегодня. И Манчестер попался нам. И Интер Чех сегодня стоит в рамке. Не доверил я это дело Свиминку молодому. Не готов он еще. Слишком молодой и соленый. Да, давайте смотреть состав Интера. Вот это да. Вот это да. Ой, такая твердая середина, смотрите, у них. Твердая середина у Интера, все по центру, значит, быстрые пасы, это значит, и, ну, здесь можно по-разному играть, но больше нижним этажом, конечно, против нас будет Интер, потому что мы знаем, мы видим, что у нас больше по росту, мы превосходим Интер в разы и в защите, и в нападении, с нами вторым этажом будет опасненько так подыгрывать-то. Роба, сзади него Криштиану уже бежит, Руни уже там с кем-то разговаривает. Сегодня либо мы, либо Интер проходит дальше. Это 1/4 финала Лиги Чемпионов. Французский судья нас сегодня будет судить. Ну что, ребят, поехали на поле. Интер борется до последнего. Робан уходит. Сегодня борьба. Борьба будет на поле, ребят. Очень сильная борьба. Интер, я думаю, тоже не упустит своих возможностей. Удар! Интер уже пробил. Опасно! Ошибаются мои полузащитники в защите. Отлично, Алвес. Отлично. И вот она, атака. Криштиану. Криштиану забегает. Руни уже я вижу там. Что делать-то? Удар! Криштиану перестал забивать с таких позиций. Стандартные позиции. Криштиану не догоняет мяч. И это был уже офсайд. К сожалению, Криш, это был офсайд. Офсайд. Здесь стопроцентный. Да, вот он. Даже не Криштиану это было, а двое футболистов здесь уже находились. Интер в атаке! Удар! Но в зуму попал мяч. Я бы не знаю, Чех вытащил с такой позиции... С такой позиции мяч. Показывает нам повтор Криштиану. Левая нога отбивает вратарь. Молодец. Ну а сейчас будет угловой в сторону наших ворот. Подача. Выбили. Нет, нет, не выбили ни хрена. Соберитесь, ребята. Ну что же это такое-то творится? Уэйн Руни. Давай, вижу. Подключаю Азара. Азар подключает Робана. Робан на догонке, сразу на Азар, Азар, гол! Вот он футбол Челси, вот она контратака Челси, когда лучшие футболисты, они могут. Робан ускорился быстро на Азар, и Азар пробивает ворота. Открываем этот сложный матч, Интер будет 100% сейчас пытаться забить, по крайней мере, по первым минутам. Криштиану, Рональдо. О, ребят, ну вот это что это сейчас было? Криштиану просто поставили корпус, и он упал. Действительно, была очень опасная игра в штрафной зоне. Робан, Робан, Робан. По флангу. Какой пасище пошел. Какой прям крученый-верченый, но не дошел. Но пока мы выиграем, нам надо это продержать каким-то образом. Азар на Криштиану. Блин, здесь... Так отсвечивает все. Это самая тень. Криштиану надо бить. Ай-яй-яй. Левой ногой. Сейчас вот левой ногой пошло. Криштиану зарабатывает головой на Робана. Робан подает на дальнюю. Сух ты, вратарь вышел. А здесь Марсел оказывается. Техничный Марсел дает на Робана. Робан. Робан офсайд. Да что такое-то? Да, Интер все не успокаивается, не успокаивается. Хочет забить. Все хотят играть в Лиге Чемпионов финала. Робан продолжает.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь была ошибка. Здесь была ошибка, слишком быстро бежал. Заканчивается у нас почти первый тайм. Первый тайм. Да нифига себе, дают все. Свести, не свести. Все, первый тайм, пока мы ведем. И это хорошо. Криштиану Роналду, догони мяч! Догоняет. А вот тут что делать-то? Тут что делать-то? Пройти никак не удается. Нарушение правил было против Криштиану по ходу дела, да? Да, это было нарушение правил. Нужно, я думаю, пробивать не стоит, а вот навесить можно. Да, хорошо, на Руни идет. Руни пробивает. Вы смотрите, прямо рядом со штангой проходит этот мяч. Вейн-то допрыгнул Вейн, но вот сейчас бы, если бы забили, то это уже можно было особо сильно не волноваться, а пока что это все равно опасная игра со стороны Интера. 61-я минута, ребят, 61-я минута, Криштиану, Марсело, играет на Азарчика, Азар играет вниз на Карвалью, не спешим, держим, блин, здесь ошибаемся. Как можно дольше наша задача, как можно дольше Интер продерживать в ихней, на их стороне, дабы, чтобы они не сумели, не, никаким образом, Робот продержал, чтобы они никак не прошли. Давай попробуем на Криштиану, Криштиану проходит! Прострел, куда ж ты, Криштиану, такой прострел-то непонятно сделал, Руни-то вон где был. Ай-яй-яй, вот здесь опасный подкат был со стороны Марина. Это карточка. Это желтая карточка, друзья. Это желтая карточка Марко Марин, к сожалению. Вот здесь я бы на самом деле здесь красную дал, потому что сзади по ногам лупанул-то довольно очень опасно, да. Видели, да, сколько он там пролетел. Может, мог получить красную, а это уже было бы чревато последствиями. Замена сразу Интер совершает, кто там выходит, не знаю. Кто вышел, даже тоже я не знаю. Кто? Рако? Не могу бежать прочитать. Ладно. Робан! Да посмотрите, что делает Робан! Проходит, убьет! Непробиваемый еще кинулся под мяч защитником, хотя мог заслужить травму. Действительно, очень сейчас хорошо, неплохо играет. Карвалья, Вильям. Так, Азар. Азар на Робана возвращает. Робан махом сразу. Ну! Как прижимаем, Азар! Это дубль Азара. Невероятно, ребят. Сегодня просто Unreal футбол. Я назову это так. Unreal. Просто невероятно. Вы посмотрите, как все быстро происходил. Азар, блин, если бы не Азар, друзья, если бы не Азар, сегодня даже Криштиану как-то не так играет. Вы видели, он в падении, то есть, видите, падает и уже левой ногой просто бьет на, как это называется, просто на случайность и забивает. Хуан, может быть, и тебя стоит выпустить сегодня, но матч очень ответственный, Азар просто великолепен, просто божит. 90-я минута, 5 добавочного времени. Я думаю, Интера уже ничего не спасет от этого поражения. Хотя, блин, смотрите, что делает Интер в последние моменты. Марин выбивает. Руни! Развернуться! Криштиану! Уходит! И здесь надо бить! Хотя нужно было на Азара пас сделать. Вы посмотрите, в центре же был Азар. Как же я это не увидел? Как плохо в последнее время бьет Криштиану Роналду. Очень стал плохо бить. Но возраст уже говорить начинает о себе. Азар с мячом! Хуан! Хуан оказывается на этой позиции и добивает Интер безжалостно. Безжалостно добивает. 3-0, господа. Это 1/4 финала Лиги Чемпионов. 1/4, друзья. 1/4. 1/2 нас уже ждет. Хуан вышел и забил. Действительно, парень перспективный, молодой. Первый гол в Лиге Чемпионов у него. 90 минуты. Сейчас уже пойдут добавочные. Друзья, финальный свисток. Финальный свисток. Здесь можно только похлопать и
сказать, это счастье или нет. Я скажу, что Интер очень сильно сопротивлялся, особенно первые минуты он давил, и мне было довольно сильно очково. Но Азар сделал сегодня игру, Азар в великолепной форме, на данный момент сейчас находится, это означает, что в Лиге Чемпионов мы проходим аж в 1/2 финала, это очень высоко, и за каждый матч в Лиге Чемпионов побежденный нам дают где-то 6-8 лямов, вы представляете, за финал там вообще колоссальную сумму, кстати, выплачивают, так что здесь, кстати, руки были. Так что зарабатываем баблос и проходим далеко в Лиге Чемпионов. Это очень-очень сверхкруто, ребят. Робин сегодня тоже здорово отыграл. Но сегодня больше всех... Первый тайм, знаете, он был такой борцовой тайм. Здесь много было борьбы, здесь много было интровской вот этой вот скоростной игры, где средняя моя линия не очень быстрая, но... Догонять их было очень сложно на быстрых контратаках, но такие именитые футболисты, как Криштиану, Робан, там, они все-таки сегодня Руни, они сегодня сделали игру, а в качестве Азар просто сегодня забожил. Если бы не Азар, смотрите, Криштиану, сколько раз Криштиану пытался пробить вратаря, у него это дело не выходило, хотя неудобные были для пробития были у Криштиану, но все равно Криштиану в последнее время сдает свои позиции, хотя это возраст, может быть, не знаю. Но Азар просто великолепен сегодня был. Азар великолепен, ребят. Он в своей лучшей форме. И продавать этого парня вообще не собираюсь. Он просто великолепен, ребят. Друзья, ну что остается, собственно, в Лиге Чемпионов? Какие дела у нас обстоят? Смотрите, у нас вторая будет игра на четвертый финал с Интером. Мы уже, так сказать, запаслись очками. Против Интера надо будет следующий матч играть очень осторожно. А какие соперники с другой стороны? Там Дортмундская Боруссия и Барселона. Они сыграли пока первый тайм в ничью 2-2. Вот, так что если мы обходим Интер, мы либо попадаем на Барселону, либо мы попадаем на Дортмундскую Боруссию. Время покажет, и на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.